смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав, то есть жизнь. В этих словах праздничного пасхального тропаря точно и емко выражен смысл величайшего события священной истории, которому весь христианский мир молитвенно обращается памятью, которая славит светлый праздник Воскресения Христова. Традиции православной церкви праздничной иконою Пасхи Христовой стала икона сошествия Христа Спасителя в ад. Своим воскресением Он разрушил врата адовые и извел праведников из мрака преисподней, воскресил человечество к вечной жизни. Долгий путь прошли люди, прежде чем совершилось крестное искупление первородного греха. В мир приходят страдания, смерть, тление. Как же преодолеть все это? Единственный путь, смирив гордыню, вновь устремиться к соединению с Творцом. Но оказалось, что одними лишь собственными усилиями человек не способен к этому. Человечество нуждалось в спасении. Спасителем мира стал Бог Сын. Бог Сын принял смерть на кресте. Но эта смерть есть проявление высшей любви Творца к своему творению, к человеку. Приняв на себя грех ветхого Адама, новый Адам, Христос, смертью своей умертвил этот грех, а воскресением своим открыл человеку путь к соединению с Богом. И первым деянием Христа после Голгофы было сошествие в ад для спасения праведников. Об этом священном событии и повествует праздничная икона «Сошествие в ад». В центре иконы Христос Спаситель. Он попирает обломки разрушенных врат преисподней. Ад символически изображен большим темным пространством в нижней части иконы. В самом низу ада лежит поверженный и связанный сатана. По сторонам этого темного адового пространства мы видим сущих во гробех, которым дарована жизнь воскресением Спасителя. Христос изображен именно в момент спасения рода людского. Восстающие из гробов с надеждою простирают к нему руки. Христос держит за руку, готовясь вывести из ада
восставшего из гроба прародителя Адама. По другую сторону Христа к нему тянется праматерь Ева, которую он также через какое-то мгновение возьмет за руку. Позади Адама восставший из гроба сын его Авель, первая жертва первого убийства на земле. Выше них Давид и Соломон, и далее цари и пророки, предрекавшие явление Христа Мессии. В правой части иконы вслед за Евою праведные жены, выше Иоанн Креститель с группой пророков и праведников. Дается ответ на вопрос, тревоживший сознание людей. Почему Бог стал человеком и взял на себя грехи мира? Ответ прост. Воскресением Христа прибивается вся полнота жизни иссохшему древу человеческого рода, чтобы его оживить. Бог стал человеком, чтобы человек смог стать Богом. Икона сошествия в ад напоминает каждому о том событии, которая дарует нам всем возможность с упованием произносить завершающие слова православного символа веры. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Аминь.